мне хорошо. Я думаю, что вот наш пляж наведет порядок наконец-таки. Обычно в феврале месяце это происходит, а в этом году в ноябре. Ну, во-первых, у нас очень тепло было. Вода была вчера плюс 18. Здесь сейчас все вымоет, здесь хорошенько вычистит, и завтра можно будет снимать после шторма. Очень плотный, постоянный ветер. Это я вниз спустился, немножко здесь тише. А на горке сильный. Давно не было. Ну вот нужен для наведения порядка у нас на пляже. Вот сюда захлёстывало, видно, вон мокрое все. Немножко стихает к вечеру. А эта птица шторма не боится. Убегаю.